Кадеты принимают участие во многих значимых мероприятиях, приуроченных 9 мая. Это поздравление непосредственно ветеранов-участников Великой Отечественной войны, свеча памяти, традиционный концерт «Огни Победы» и многое другое. Всего в школе обучается 140 кадетов с 7 по 11 классы со всех уголков Якутии. Ежегодно выпускники выбирают направление силовых, военных структур и поступают в желаемые учебные заведения. Из них по профильному направлению поступает около 60%. При обучении мы делаем основной упор на специализированную программу, которая дополнена рядом предметов специфических, как военно-прикладная физкультура или же основа воинского дела. Основа воинского дела – это чуть более углубленная программа, нежели начальная военная подготовка, которая дается в школе. Вот. И такой достаточно серьезный упор мы делаем на физической подготовке наших ребят. Кадетская школа-интернат готовится к переезду в новое здание. На сегодняшний день ведется строительство нового учебного корпуса на 200 учащихся с интернатом на 125 мест. В учебном блоке расположатся учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, актовый, спортивный и обеденные залы и многое другое. А у интерната будет отдельный вход, оборудованы 4- и 5-местные спальные комнаты, медицинские кабинеты, душевые, санузлы, помещения для самоподготовки, кабинеты администрации и прочее. Сейчас мы занимаемся бетонированием цокольных этажей. Самое основное, сложное у нас это дело. Потом будет полегче немножко, колонны второй, третий этаж. В общем, 3 этажа у нас будет. По срокам все нормально у нас, строительство движется. Все есть у нас, техника новая. Сами производим бетон, сами заливаем. Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце текущего года. Вот нового корпуса позволит увеличить количество ребят, которых будут готовить к служению Отечеству как на гражданском, так и на военном поприще. И уже в следующем году на парад, посвященному Дню Победы, Великой Отечественной войне, с праздничным маршем выйдут еще больше кадетов. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск.